Когда это жизнь, а когда смерть, я не могу тебе сказать. Это обучают человека. На самом деле, яд смерти и эликсир жизни начинается тогда, когда после многих лет человек понимает, что он находится в группе, и именно в группе он может себя реализовать. И только там, в связи между ними, другими, из этой связи материальной, он может перейти к духовной связи. И тогда его выбор в том, чтобы устремиться к раскрытию духовной связи между товарищами. И это может быть скрыто от них, но он хочет этого раскрыть. Это называется, что он стремится к жизни. Потому что вся эта система — это отдача.